Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды. Посещаем магазин, где забираем колоду. Так, кто у нас там? Пиццелицы, да? Замечательно. Так, задание. Забрали здесь. Так, пройдите серию испытаний. Давай быстренько пробежим. Я думаю, даже не то, что пробежим, а прямо сегодня и закончим эту серию испытаний. Так, Макмен, Бакстер, Армагон, подожди. Здесь нам понадобится Ванька и, наверное, Супер Шреддер. Хотя можно было бы, в принципе, взять и Усаги. Не обеднели бы, мне кажется, а наоборот даже усилили нашу команду. Так, ну что, в первую очередь Змейковьюн получает у нас раздачу. Так, постепенно урон. Плевок. Опа, с одного плевка нормально. Добиваем. Ну что, Змейковьюн упал от постепенного урона. И у нас вот тут вот последняя команда. Можно, в принципе, давай шипы сделаем, чтобы долго с ними тут не сисюкаться. Укусик. Хиляется. Муха хиляется. Ну ладно, пробивной, отлично. Вот я, кстати, заметил, что у Макмана это один из самых сильных ударов. Когда он бежит с разбега, он сносит практически любого с одной плюхи. Так, подожди. Где у нас задание? Чё я делаю, скажи мне на милость. Так, еще нужно... Ну, давай возьмем Ваньку, возьмем так и возьмем Усаги. Ну что, Крэнк, готов озвездюлиться? Ну тогда мы идем по твою душу, да? Мы идем по твою душу. Давай, в первую очередь, начнем с Бибопчика. Ай-яй-яй, не заблокировали ему способности, к сожалению. Так, минус. А эти у нас массовики, да? Затейники, насколько я помню. Нет... Не массовики. Бамс в челюсть. Ну и все. Остается лишь Крэнк. Вот он здесь сидит у нас в этом технодроме. Довольный. Я не понимаю, зачем они перепрыгивают через вот тот лазер, если под ним можно пробежать, и они даже его не заденут. Такой довольный выбежал. Ладно, Крэнк, давай. Немножечко беремся. Че без музыки-то? Где музыка-то? Опа, так, четверть хп, плюс валун, хотя можно было бы даже лучше тройным укусом здесь. Мне кажется, так было бы эффективнее даже. Так, и добиваем в челюсть, на. Даже его удар не то, что в челюсть, он куда-то ему в живот, прям в Крэнга бомбил. Вот и все. Ловкость рук и никакого мошенничества, да? Ты опять за свое... Ты опять за свое вот это вот. Ну что, ребята, вот и все. ДНК из другого измерения. Рафаэль оригинальный, Донателло, Леонардо, Донателло и Сюрикены. 100% завершено. Ну что ж, поехали, давай смотреть, что нам тут выпадет. Меня интересует мутаген и, наверное, доллары. Ну, что-то много дублей по поводу Леонардо. Так, майки. Опять Леонардо и Донателло. Слушай, ну, так себе награда. 35 баксов плюс 13 тысяч мутагена. Ну что, опять кашель этот. Ну, в принципе, ребят, неплохо. Если брать в общем, в общей сложности. Так, а теперь давай-ка пойдем сразимся. Ну, будем искать на нашего кролика. Вот, нам надо здесь докачать. В общем, 7 вот этих знаков нам нужно найти. 7 номеров, подожди, что ты делаешь? Так, второй.
Третий. Четвертый. Пятый. Шестой и последний. Седьмой. Все. До четвертой ступени. Прокачали. Так, нам нужны будут комиксы. Комикс чувак называется, да? Так, выпадает тыква. Ну, в принципе, мы уже, друзья, сделали задание. Можно забрать, как говорится, награды. И что? Так, во-первых, по испытанию. Что у нас здесь? Учитель Сплинтер, черепашки. Даже не знаю. Так, мы можем приобрести, да? Можем. И приобретаем. И получается у нас, кстати, вот эти еще, наверное, надо будет набить, мне кажется. Давай, наверное, фармом займемся. Так, ну что, поехали. Радарные маяки. Так, муха. Доллары. Так, вот они, жетоны, пошли. Потихонечку. Ноутбук. Осколки. Ну все, остальное у нас чисто идет на жетоны. Так что, ребят, фармим. Сколько? Ну, 200 пускай даже мы наберем. Уже будет неплохо, ребят. Уже будет неплохо. Так, 84, 199, 214, 229, 259. О, да. Уже, ребята, 300. Ну, смотри, 335. Я считаю, что неплохо. Ну и остается у нас арена. Остается у нас арена. Я не знаю, стоит ли мне вот эти вот. Ну ладно, давай. Давай тогда эти тоже заберем по-быренькому. Так уж и быть. Там 3, 4 и 5. Получается 7 плюс 5. Ну, сколько? 12 получается у нас. Так, минус. Железноголового здесь мы ушатали. И бежим дальше. Так, сегодня, ребята, в драконах всадники Олуха, по-моему, насколько я помню, событие должно быть. Так что, скорее всего, пойдем и поиграем. И плюс погоняем в ХКР-ке. Ну зачем? Вот зачем ты это делаешь? Ну, Шреддер, ну нафига? Ну какой отхил? Зачем? Не понимаю я иногда его логики. Даже если ИИ должен срабатывать, ну уж, извини меня, срабатывай, когда это нужно. Когда, например, нет здоровья или еще что-нибудь. А не просто так в холостую ты применил эту способность. Так, ну давай. И еще разок. Возврат урона. Правильно. Никакого урона мы не получили. А добили. Ну и последний у нас бой. Последний поединочек у нас будет. Где разыгрывается 6 жетонов. Даже не жетонов, а телепортов. 6 телепортов. Так. Шипы. Ну ладно, пускай будут шипы. Правда, они так мало у него здоровья отняли. Посмотри. Мы ему повесили постепенный урон, заблокировали ему способности. А вот смотри внимательно, как он может применять огнемет, если это его способность, а она у него была заблокирована. То есть получается, что ему по барабану, да? Что мы ему заблокировали или нет? Ему пофиг. Ну что же, здесь тоже у нас все, ребята, сделано. И теперь мы переходим на арену.
Так, у нас Лига Мастеров, ранг, как ты видишь, 41-й. 9 откатов у нас всего лишь имеется, это мало. Это очень мало. Так, возьму тогда Крэнга и... Да подожди, ты лезешь. Крэнг, наверное, и будут у нас мало. Хотя Крэнга одного, наверное, будет достаточно. А если не будет? Ох, Крэнг, надеюсь, ты меня не подставишь. 68 уровень у наших противников. Не 70-й. Ну-ка. Пробьем. О, да. Крэнг красавчик. Просто одной плюхой их всех завалил. Так, еще посмотрим, насколько быстро мы будем здесь продвигаться. 28-я позиция. Ну, в принципе, еще два поединка и все. И будет у нас нормально. Так, тогда возьму Леонардо здесь. Донни. Донни не нужен. Вот Леонард. Да что вы делаете-то? Раз, два, три. Получается, Леонардо и Зек. Ну, здесь будет ходить первым Зек, понятное дело. А потом, по-моему, будет ходить Майки, да? Нет? А, на Майке замедлях упала. Так бы он и рад бы, наверное, сходить, но не получится. Так, критовка. А если вот так вот? Пофиг. А так? Не пробиваем. Мимо, мимо. Ну на тогда, получи. От Зека, как говорится, далеко не уйдешь. Прописали мы его. Давай 14-ю позицию. 16-я. Фигово. Ну. 16, ага, 17-23. Все, ребят. Ну что, берем тогда Майки, Рафаэля, Донни. И вот так вот сделаем Джастина и Рокзара. Ну, во-первых, поставим уклонение. Это раз. Во-вторых, возьмем провокацию. Хотя надо было на Рафаэля брать провокацию. Ладно, фиг с ним. Давай усиление атаки. Поехали. Двое сразу вон с поля боя. Джастин. Так, броню мы снизили им. На тебе. Так, сейчас этому Донателло достанется. Пробьешь? Красавчик. Вот и все. Здесь у нас очередная победа. Поэтому продвигаемся. Да ё-моё, ну... В плане 10-я позиция. Эй! Зашибись. 10-я позиция, ребята. Ха. То есть мы очень мало прошли, получается, ступенек пробежали. Ну и где у нас? 17-23. Так, вижу, вижу. Ну что, я возьму тогда здесь Макмана плюс Армагона. Уровень у противника 70-й идет. Кстати, вот этот Шредер, насколько мы помним, он очень хорош, ребят, по инициативе. Он может успеть захилять свою команду. Если Армагон, естественно, сейчас не добьет. А такой шанс может быть вполне. Так, смотри. Смотри, ничего не стал делать. Нормально. Слушай, круто нам повезло. Обычно он успевает захилять команду свою, но тут не получилось у него. Ну, наконец-то мы перешли в Лигу Мастеров. Две звезды. Подожди, в Лигу Мастеров две звезды мы только зашли. Что-то я, ребят, попутал. Я думал, что мы в Лигу Мастеров одну звезду надвигаемся. Точнее, три звезды. А не тут-то было. Да, Ваня, вали ты, а. Ну что же. Тем сложнее, тем интереснее. Ну, нам нужно тогда добраться до Лиги Мастеров 3 звезды, сам понимаешь. Для чего это все делается? А что за день недели сегодня у нас? Кто-нибудь помнит? По-моему, сегодня у нас суббота. Если память мне не изменяет. Сегодня суббота, завтра будет воскресенье. А я буду работать. В понедельник я тоже работаю. То есть буста у нас... Не получится, ребята, к
сожалению, из-за того, что я буду работать. Так, Ванька и Супер Шреддер. Так, тут уже, ребята, даже не в бусте дело, а успеем ли мы с вами вообще перейти в лигу. Вот сейчас о чем идет разговор. Потому что откатов у меня нету. Рекламу за откаты смотреть, ребята, не получилось. Например, я вчера пытался набить 10 откатов. Получилось всего лишь 2 рекламы посмотреть и все. И потом ни в какую. Начал он там сопротивляться. Нету доступных видео и тому подобное. Начал мне писать. Так что... не всегда это срабатывает на рекламах. Отыграться, чтобы... Так, ну что, охламоны аглоеды, будете сейчас получать по полной программе. Давай, Усаги, повесь, пожалуйста, на них постепенный урон на всех. Да, кроме вот этого охламона Бибуп не попал, да? И мы его сейчас... О, красавчик. С первой атаки не вырубил, со второй наказал его все-таки. И 67-я позиция. Так, 17-24. Ну что, придется мне теперь, ребят, через откаты работать. Так, так. Получается, Армагон у нас будет сейчас бросать валун. Там уже остальные на подхвате. Так, Майки, ну само собой. Куда же без него-то? С его танцами. Да ладно. Опа, 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 опа. Ну-ка, замедлить сможем хоть? Так, морозильная кошка. Давай ее вырубим, наверное. Ауч. Не вырубили. Сплинтер, гаси его. А так, если... трындец просто. Я офигею с этого железноголового, блин, ребят. Он не смог Микеланджело завалить. Почему? Я не знаю. У него там здоровье было на один плевок. И он его не смог забомбить. И мы перешли всего лишь 7 ступенек. Я офигею просто. Вот с этого дурдома. Вот не всегда это бесило. Не получится у нас перейти сегодня в Лигу Мастеров 3 звезды такими темпами. Вот как мы сейчас с тобой делаем, не выйдет ни шиша. И, кстати... я промолчу лучше. Я лучше, блин, промолчу. С какого перепуга этот, блин, Майки начал атаковать, блин? Он же обычно либо хиляет, либо, блин, улучшается. Он взял, пошел двойную атаку. У него двойная атака сработала. Он пошел... саблезубов уронил. Да... что-то игра вообще против меня... озлобилась, не знаю почему. С какого перепуга-то сейчас она сделала так? Я не помню, чтобы Микеланджело начал атаковать в первом ходу. Причем переплюнув абсолютно всех. Ну еще 17-24, все, не будет, да? Типа, получил, и фиг тебе, ничего не будет за это. Понятно. Да. Вот так вот мы и катимся все ниже, ниже и ниже. Все больше получая звездюлей от всяких супостатов. Ну, так, здесь полегли. Ладно, Лео, давай добивай здесь. Это твой раунд. В этом раунде еще хоть как-то более-менее. Но опять же, вот сейчас посмотрим, сколько мы перескочим. Ну, грубо говоря, 50-я была позиция, да? Становится 43-я. То есть 10 ступенек. Не больше. И откаты, ребята. Откатики. Они у нас заканчиваются.
Так, раз здесь у нас опять же майки, я специально взял Усаги плюс Супер Шреддера. То есть, подожди-ка, Маузеру у нас Понцет, не, они по-моему уступают. Они, по-моему, уступают нам по скорости, ну, на данном этапе. Так. Ну, в принципе, они тут все нежильцы. Там везде на них постепенный урон висел, кроме крайнего. И 30 место. Друзья, последние два отката у нас остаются. Давай возьмем такую же, наверное, Армагон плюс Крэнк. И все, дальше я сделать ничего не смогу. Даже не смогу купить откаты, потому что у меня нету баксов для этого. То есть под угрозой у нас, под угрозой срыва, получается, арена. По-другому не назвать. Фигово. Нет, ну осколки я должен, ребята, все собрать, потому что мне не хватает там, по-моему, 70, да, 70, сколько? Или 40, или 70, я уже точно не помню. Угу. Да, абсолютно ничего приобрести не смогу. Может быть, вечером, ребят, если получится посмотреть рекламу. Так, а сейчас давай-ка прокачаем маузеров. Так, 91 уровень они получают. Да, 70 осколков мне нужно. И поехали искать. Будем тратить тогда остальную пиццу. Ищем комиксы. Так, еще один выпал. Ну, нормально, нормально пошло. Тыква эта никому не нужная выпадает. Давай мне комиксы, пожалуйста. Так, все. Все, ребят, пицца закончилась. И будем заканчивать мы серию. Ребят, не знаю, если вечером получится получить 10 откатов, то, возможно, мы еще одну серию запилякаем. Только ради того, чтобы попасть в Лигу Мастеров 3 звезды. А на этом буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.